Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Судьба на двоих». Марина живет самой обычной жизнью. Днем работает на швейной фабрике, а по вечерам ухаживает за пожилым отцом. Ей приходится бороться за любые подработки, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Неожиданно судьба сводит ее с солидным мужчиной на дорогом авто. Влюбившись с первого взгляда в Марину, он добивается ее и дарит настоящую сказку. Дорогие рестораны, парки, выходные в шикарном загородном доме. Но идеальная картина рушится через таинственный звонок, заставляющий Андрея каждый раз исчезать и оставлять Марину в одиночестве. Вскоре выясняется, что Андрей – обычный водитель. Марина разрывает с ним отношения, и дело совсем не в корости, а в ее принципах. Она не терпит вранья. Теперь перед Андреем стоит сложная задача – не только вернуть доверие Марины, но и помешать своему шефу-бабнику, который проявляет к Марине интерес. Премьера четырехсерийного сериала «Судьба на двоих» состоится 3 апреля на телеканале «Домашний».